Следующая встреча игрового дня встречаются команды Мандвой 2014 года рождения против команды Победа Хасавьорт. Это вторая встреча для команды Победа. В первой игре они уступили команде Дагестанец, а для Мандвой это дебютная встреча на этом турнире, посвященная памяти Мухтара Насрылаевича. Здесь же на развитии арены. Опасный момент может возникнуть. Удар по воротам. Не сильный получился удар от 9 номера Рабаданова Абдурахмана. Стоят под зонтами. Удар, поворот и подхрамывая, он просит замену. Еще одна опасная атака. Вышел из ворот, дезориентировал атакующего игрока соперника, и мяч так и покинул поле, никого не задев. Гусейн здорово играет. Передача на партнера. Будет ли удар по воротам? Удар последовал. Хасавюрта Аскерханова Семир, который подставил голову. Передача назад. Загоев. Очень приятное впечатление оставляет Загоев Азамат. Будет ли удар по воротам? Удар последовал, но не точно. Но аплодисменты заслужил. Смещается ближе к центру Абубакар. Но затем запутался в своих ногах. И контратака Мандбойза. Но нужно было еще немножко продвинуться. Гусейнов. Гасанов пробивал поворот. Но погода показывает, что он не прекратится до вечера. Ориентировочно до 18.00 у нас будет лететь дождь. Не такой уж проливной, но все-таки неприятный. Мандбойз в атаке. Загоев. Удар с левой ноги. Безукоризненный удар. И отличный гол от 10 номера Мандбойза Гасанова Гасана. Счет матча открыт. 1-0 впереди. Мандбойз гол красавец наш. Придумают ли что-то интересное хасавюртовские игроки до перерыва? Удар. И на этом все. Вернулись команды на поле после короткого перерыва. Это встреча между Победой Хасавюрт и Мандбойз 2014. Еще одна попытка в касание бьет. Гусейнов Гусейн сохранил его для своей команды. Передача на Гасанова. Того слегка подталкивают. И какой пас вырезал блестящий 10 номер. Удар по воротам и кулаками. Кулаками просто и передача. Но на нее никто не откликнулся. Вперед идет Хасавюрт. А теперь Мандбойз в атаке. Есть момент для удара. Гасанов над Загоева. Джаудбеков
боролся до последнего. Рабаданов падает. Еще одно падение, но здесь точно поскользнулся Джаватбеков. Продолжается атака Мандбойза. И мы сейчас слышим выкрики от них в поддержку Гасана Гасанова, 10 номера Мандбойза, автора единственного забитого мяча в этой игре. По воротам издали бьет Дзагоев Азамат. Мяч разминулся со штангой. Прессинг от Мандбойза. Гасанов. Джаватбеков. Подача! Или это был удар? И как бы там ни было, это гол. Второй мяч забивает Мандбойз в этой встрече. Джаватбеков. Шахид укрепляет преимущество своей команды до двух мячей. Это уже заявка. Очень интересно было все послушать, наверное. Гасанов Гасан ускоряется, продвигается вперед по центру. Джаватбеков. Удар от Гасанова, рикошет. Ибрагимов кулаками отбивает. Рикошет, и могло бы здесь подставить. И на этом завершается данная встреча. Победа Мандбойза 2014 со счетом 2-0. Единственный мяч в первом тайме забил Гасанов Гасан. Единственный мяч во втором тайме забил Джаватбеков Шахид. И таким образом 3 очка.